Всем привет! С вами Виктория. Спасибо, что заглянули ко мне на кухню. Сегодня готовим шоколадное мороженое. Итальянское мороженое джелато. Получается оно очень вкусное, готовится просто и из доступных продуктов. Для приготовления нам понадобятся яйца, сливки, молоко, темный шоколад, сахар и экстракт ванили. Полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. 450 мл жирного молока выливаю в сотейник. Желательно брать сотейник с толстым дном, либо перед тем, как добавлять молоко, просто сполоснуть его холодной водой, чтобы ничего не подгорело. Сотейник с молоком отправляем на небольшой огонь и доводим до закипания, но не кипятим. 180 грамм шоколада наломаем на небольшие кусочки. Пошли первые пузырики, молоко начало закипать, сразу убираем его с огня и добавляем порубленный шоколад. И все тщательно перемешиваем с помощью силиконовой лопатки либо венчиком. Перемешиваем до полной однородности. И добавляем 2 чайные ложки экстракта ванили. И отставим в сторонку. И пока подготовим яйца. 5 яиц разделим на желтки и белки. Нам понадобятся только желтки. Белки можно использовать, например, чтобы приготовить безе. Другие рецепты десертов и выпечки я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. В желтки добавляем 120 грамм сахара. И с помощью венчика все тщательно перетираем. Никаких миксеров в приготовлении этого мороженого нам не понадобится. И затем соединяем обе массы. Тоненькой струечкой выливаем молоко с растопленным шоколадом. И одновременно все перемешиваем. Образовавшуюся массу выливаем снова в ковшик и ставим на небольшой огонь. И провариваем в течение 6-8 минут. Помешивать нужно постоянно. Нам не нужно, чтобы масса булькала и кипела. Огонь делаем минимальным. Если у вас есть градусник, то массу нужно довести до 83-85 градусов. Масса должна немного загустеть. Если вы проведете вот так пальцем по силиконовой лопатке, то должна остаться не затекающая полоса. Значит, масса достаточно проварена. Убираем ее с огня. И сразу добавляем 150 мл жирных сливок. Сливки у меня 30% жирности. И еще раз все тщательно перемешиваем. Подготавливаем контейнеры, формочки. У меня вот такие контейнеры, можно использовать металлические или пластиковые. И переливаем готовую массу по контейнерам. Затем даем массе полностью остыть, накрываем пищевой пленкой или крышечками и убираем в морозильную камеру минимум на 1-2 часа. По истечению данного времени достаем наши контейнеры из морозильника и все тщательно перемешиваем с помощью ложки, либо обычного венчика. Затем опять убираем в морозильную камеру на 1-2 часа. И такую же процедуру проделываем минимум 3-4 раза. Каждый раз все перемешивая до полной однородности. И затем оставляем застыть массу полностью на 4-6 часов, либо на ночь. У меня мороженое простояло в морозильнике целую ночь. Подготавливаем формочки, бокалы, стаканы, креманки и сервируем наше вкусное шоколадное итальянское мороженое джелато. Получается очень-очень вкусно, рецепт очень оригинальный, обязательно попробуйте. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока!